Привет, YouTube, с вами Ева. Вы наконец-то увидели мое лицо, но вы его давно видели. В общем-то, сегодня мы в Дилиджане. Я на качельках, смотрите. Я слушала только что крафтинг-блоги от Топовского песни. Кстати, мне не получилось послушать Глеб Кобяков, Влад Бумага, в общем-то. Ребят, вы не представляете, сейчас я на качельках, вот я вам уже говорила, я сейчас катаюсь, мне нравится кататься, и, в общем-то, я, ребят, вас обожаю, ставьте лайки, please, хотя бы 10 подписчиков, я была бы рада, но больше всего рада на 100 подписчиков, или 1 миллион. Please, ребята, пожалуйста, поддерживайте меня своими лайками. Я очень обрадуюсь, если вы сможете мне поставить лайки. И в общем-то, сейчас мое первое видео на улице. Я никогда не снимала на улице. Сейчас я вот там ячейки еще. Кто-то говорит, что А4 дебил. Я его прибью тупо, но... У меня, ребята, выйдет новый трек. И это видео будет максимально коротким. 5 минут, наверное. Но я, наверное, за него все успею. Ну, ребят, вы нам представляете, да? Ну, вы представляете, если вы любите А4, все вам... Вам... Вашим ушам хана, потому что они это говорят. Они говорят, что А4 дебил. Но, в общем-то, ребят, как вам? Шапочкой такой легкой, тупой. В общем-то, я не буду снимать шапку. Она мне защищает от света. И, в общем-то, ребят, слышите? Слышите, блин? Уф. Сейчас я очень сильно раскатаюсь, и когда раскатаюсь, я вам приду обратно. Да господи. И в общем-то, ребят, я раскачалась до максимального, чтобы спрыгнуть. И все норм. Лично для меня. Если другие выпрыгнули, что ты жрешь? Братик жрет. Я обратно на качели. В общем-то, ребят, всем пока-пока. 2 минуты.